В Национальной библиотеке состоялся очередной съезд Союза чувашских писателей. На повестке дня актуальные вопросы. Как выйти на книжный рынок, где опубликовать рукопись и что делать, если отсутствует финансирование? Последний стоит наиболее остро. Книги выпускаются небольшим тиражом. Это при том, что читателей немало. Книги на чувашском языке читают и в других районах страны. Сейчас в Союзе чувашских писателей состоит почти 200 авторов. Для некоторых из них творчество – хобби. Я готов сказать спасибо за то, что они, несмотря на трудность, они пытаются, чтобы наша литература была, жила, чтобы народ не остался без литературы, без культуры, без людей, которые вдохновляют народ на будущее.